Ребята, всем привет! Сегодня я хочу поговорить о своих камерах. Вы меня постоянно спрашиваете, ну не все, конечно, многим это, конечно, не интересно, но много очень людей спрашивают, на что я снимаю, как снимаю всякие. В общем, решил собрать полный видос всех своих гаджетов. Ну, чем снимаю рыбалку, чем снимаю блоги, соответственно, давайте начинать. Так, снимать я начал где-то году в 15-м, наверное. Первая моя камера была Сонька, такая маленькая, ну, она популярна у всех, только у меня была не 4К, а обычная. Соответственно, я ей один год отснимал, но потом она у меня перестала работать, соответственно, в сервисе сказали, что влага попала, в итоге я не стал ее устанавливать, купил следующую камеру. Следующая камера у меня была GoPro 4. Вот, отличная камера, минус один, нет стабилизации и, соответственно, только снимала, а не в 4К она снимала, ну в общем не было стабилизации и защиты от воды и от всего этого добра, поэтому ее тоже со временем продал. Появился у меня GoPro 5, GoPro 5 отличная тоже камера для начинающих, все хорошо в ней, кроме звука, звук там вообще просто шляпа. Также как потом у меня было еще GoPro 6, GoPro 7. У них у всех одна и та же болезнь, они все на морозе отключаются. И это как бы не очень прикольно, так как, ну, бывает, снимаешь в холодное время и постоянно с аккумуляторами там, короче. Ну, от Powerbank еще работает, а если вот аккумулятор, то он уже там при минус, наверное, 2 он уже отключается. Даже осенью мы ловили, он даже осенью уже замерзал. Время шло, появлялись новые камеры, GoPro 8, которую я пропустил. В принципе, у меня была семерочка, она всем не устраивала, кроме как на морозе зависала. Так, в принципе, вопросов к ней не было. Соответственно, время шло, потом у меня появилась GoPro 9, вот она, такая малышка. Эта камера вообще мне всем, в принципе, устраивает, соответственно, есть влагозащита, хороший звук, снимает 4К без всяких перегревов, есть крутой режим, именно как регистратор работает, но я уже, по-моему, рассказывал, что, допустим, чтобы не снимать постоянно рыбалку, то есть очень сложно заснять поклевку, допустим, на эту камеру. А эта камера, девяточка, умеет, короче, делать так. Получается, она постоянно пишет себя 30 секунд, как регистратор работает, но когда ты нажал на кнопку, включается запись. И вот эти 30 секунд, которые предшествовали поклевке, до поклевки, ну, соответственно, добавляются к файлу. И вы, наверное, видели, когда я иногда так делаю, так и нажимаю, короче, поклевка, и какое-то время проходит, я нажимаю себе, ну, то есть я сам вижу просто это, и пикает она еще в этот момент. Но я стараюсь этого делать более-менее незаметно, но не получается. Соответственно, иногда это, конечно, мне не очень нравится. Но, с другой стороны, экономишь флешку, нету, ну, в кучу файлов, то есть приезжаешь с рыбалочки, раньше приезжаешь, там, 128 гигов, забито полностью, еще вторую флешку берешь, а сейчас получается, ну, максимум, там, гигабайт 70 именно с GoPro, остальное получается с фотика, либо с телефона, ну, это мы продолжим дальше. В общем, помимо GoPro, хотелось попробовать что-то более качественное, что ли, там, соответственно, насмотревшись обзоров всевозможных, купил себе Sony RX100M6, вот так. Тоже камера, в принципе, отличная, компактная. Единственное, нет влагозащиты, под дождя тоже нету. Соответственно, через какое-то время, через год у меня микрофонами началась беда. Видимо, я ему кроме руками брал, они там сверху стоят, получается. И, соответственно, звук уже плохой был. Но я ее в прошлом году утопил. После этого я, конечно, решил, что нафиг фотоаппараты с собой на рыбалку таскать. Камеры, фотоаппараты буду снимать на телефон. Это моя, получается, основная камера. Вот мой телефон. Просто обычный телефон. iPhone 11 Pro. 11 Pro. В принципе, все основные видосы, ну, чаще всего я снимаю именно на него. Хотя, конечно, с фотика картинка мне больше нравится, соответственно. Но iPhone все-таки практичнее. Он и воды не боится, и защита у него есть. Да, еще минус у той Соньки, что она постоянно перегревается. То есть 4К с ней там максимум 10 минут можно поснимать, и она перегревается. Это тоже как бы минус для этой камеры. Потом на смену RX100 M6 пришел вот этот Fujifilm, на который я вас снимаю. Поначалу, конечно, он меня бесил своим автофокусом. То есть он постоянно рыскал. То есть видите, сейчас у меня на лице автофокус, да, прям четко держит, никуда не смещается.
А до этого он прям рыскал туда-сюда, туда-сюда. То есть я, допустим, видите, сейчас могу рукой там подвигать в кадре, он ничего не рыскает. А там просто он, блин, туда-сюда, туда-сюда. Это прям раздражало. Невозможно было ничего записывать. Сейчас он, пожалуйста, оп. Видите, чик, сфокусировался, оп. В общем, прошивка последняя. И прям камера прям вообще для меня это самая лучшая камера из того, что есть. Она, у нее крутая, крутая картинка, крутая батарейка. Куча всевозможных объективов. Вот у меня есть объектив. Это у меня зум-объектив 50-230. Есть у меня еще макрообъектив. Вот он такой маленький. Крупные планчики снимать. Птичек, ой, не птичек, этих букашечек всяких. Но опять же, дальше единственный минус снимания на фотоаппарат — это вот это постоянное переставление объективов. И, конечно, это не очень прикольно, так как, ну, сами понимаете, постоянно переставлять объективы в грязи, там это все в воде, в песке, и все это носить с собой вообще не вариант. Соответственно, я решил попробовать камеру, видеокамеру для блога. Ну, не для блога, просто видеокамеру. И выбор мой пал на Panasonic. И, забыл модель, как сейчас будет, 2000-я какая-то модель. В общем, тоже почитал отзывы, в принципе, красивая камера. Но самое главное, из-за чего я взял, это зум. Зум и ее батарейка. Просто батарейка нереально огромная. Вот смотрите. Это батарейка. Короче, я вот снимал, а пока еще только одна рыбалка у меня была. Я снимал один день. И не смог высадить даже аккумулятор. То есть целый день снимал на одном аккумуляторе. Ну, единственный минус у нее — это размер. Это как бы очень существенный, конечно, минус. И нет влагозащиты. Допустим, Fuji есть влагозащита, пыли и влагозащита. То есть я и в снег там ронял, и вообще пофигу ему. Все отлично. Ну, воду, конечно, нельзя ронять, а вот снег, дождь, пофиг. А вот этой камере, конечно, не пофиг. Но зато там есть сразу встроенные ND-фильтры. ND-фильтры, ну, мы попозже поговорим, для чего они нужны. Да, еще у Panasonic очень крутая стабилизация. Там она не матричная, там в объективе, в общем, там она очень крутая стабилизация. Можно снимать с рук, с ног, там, как угодно. Ну и зум, 32 увеличение, это круто, конечно. То есть летом будем птичек снимать всевозможных, а то иногда такие, ну, белочки, там, зверюки бегают, а с телефона зума-то нет вообще никакого, не очень удобно, поэтому поснимаем, надеюсь, поснимаем. Ну, я больше взял для Кольского, конечно, чтобы крутой контент для вас снять. Да, из минусов этой камеры еще что можно отнести: плохо снимает в темноте, все-таки матрица маленькая у нее, соответственно, снимает плохо. Допустим, от того же Fuji, он в темноте вообще прям хорошо снимает. Без всяких шумов, соответственно. Телефон тоже плохо снимает в темноте, поэтому всегда нужна подсветка, ну, либо там шума давить на обработке. Так как я уже сказал, что на основная камера на всех рыбалках мой — это iPhone, и пользуюсь приложением, то есть я снимаю не штатным приложением, а через Filmic Pro называется. Вот такое приложение. Сам, видите, себе могу снимать. Короче, очень удобно, там можно экспозицию зафиксировать и все дела, чтобы не скакала так экспозиция, когда что-то увеличиваешь. Чтобы ярче и меньше не было. Если на улице там солнце, либо хорошее освещение, iPhone, в принципе, очень хорошо снимает, достаточно, ну, как эти камеры. Битрейт там тоже большой, очень, поэтому. Ну, конечно, детализация может быть, ну, не то, что не может быть, а, конечно, не такая, но, тем не менее, для ютубчика самое то, зато всегда с собой в кармане и нет никаких проблем. Да, дальше что у меня еще есть? Еще у меня есть GoPro 10 в этом году появилось. Ну, как заявляют производители и многие пишут в отзывах, что здесь уже, короче, они улучшили, короче, процессор здесь лучше стал, соответственно, он даже 4К 120 кадров снимает, но, опять же, это все мы проверим. Соответственно, у меня основные две камеры — это будут GoPro 10 и GoPro 9, это для съемок, одна с груди, другая сбоку, скорее всего, ну, либо подводные съемки. Обычно я это на iPhone делаю, но все-таки не рекомендуют на iPhone делать это, ну, судя по отзывам, лучше не делать, потом iPhone менять. Ну, в принципе, вот получается моя связка, оптимальная связка. iPhone и две GoPro. iPhone и две GoPro. Да, были у меня камеры 360, но что-то как-то они мне не зашли, если честно. То есть многие сейчас их используют. Ну, я как-то погонял, у меня был Insta360. Такая плоская была, One R называется. О, не One R, One X, короче. Потом я ее продал, купил One R. Ну, тоже как-то она мне особо зашла, если честно. То есть 360 она не очень снимает. Ну, картинка не такая. Я люблю прям картинку красивую, а, блин, там все-таки как-то все, ну, некрасивая картинка. Мне лично не нравится. Да, прикольные кадры можно там поснимать, но я решил продать и купить, короче, ну, вот эту большую камеру купил. А к Insta360 я еще покупал отдельный модуль от лейки, типа дюймовая матрица там, но по факту
монтаж с нее просто отстой, конечно, делать. Все тормозит, короче, нереально. То есть, соответственно, надо через приложение, ее приложение на компьютере прогонять, Insta360, и, соответственно, только после этого уже монтировать. Это слишком геморно, короче. Поэтому GoPro и iPhone наше все. Так что, друзья, кто хочет начать свой блог на ютубчике, ничего сложного нету, покупаете GoPro 7. Это из, ну, из того, что доступно сейчас. Айфончик какой-нибудь там, не знаю, по бюджету. Ну, я не знаю, можно на китайцами снимать. Ну, как-то на китайце, если честно, телефон Android вообще прям не признаю. Был раньше у меня, ну, как-то, блин, iPhone, конечно, есть iPhone. Камера у него круче. То есть берете iPhone, ну, и GoPro-шечку 7 и снимаете свои блоги, и все. В принципе, там дальше уже дело техники. Тут главное, как вы понимаете, в принципе, не качество материала, а подача. То есть, соответственно, если тебя людям интересно смотреть, они тебя будут смотреть. Если ты не интересен, то хоть ты там снимай на там супер Алексы камеры, там что там есть самое дорогое, там по 300, по 500 тысяч. Ну, если ты не интересно снимаешь, все-таки самое главное именно интересно что-то снять, придумать. То есть я перед рыбалкой стараюсь что-то придумывать. Ну, какие-то там ракурсы интересные. Ну, бывает, конечно, когда рыбалки, как у меня, каждую неделю. Сейчас вот, допустим, рыбалки месяц не было, и сейчас, если пойду на рыбалку, я там буду снимать всякие, ну, прикольные ракурсы там, да. А сейчас, конечно, а когда каждую неделю снимаешь, то просто берешь на тупо iPhone, там, GoPro, что-то наснимал, потом уже монтируешь. Ну, вот когда подходишь основательно, и видосы получаются красочные, красивые. Все достаточно увлекательно, интересно. Но лично для меня это прям интересно. Я всегда вообще, в принципе, по жизни мечтал быть оператором. Хотел даже поступить в кино и телевидение институт, но почему-то потом, короче, армия туда-сюда, техникум, короче. В итоге все, болт забил. Дальше, что самое главное, в блоге тоже раньше этого не понимал. Всегда снимал, допустим, вот GoPro или там iPhone, и звук снимаю прям туда. Но это неправильно. Допустим, может быть, картинка некачественная, да, там, ну, хромать, но звук должен быть идеальный. То есть, ну, идеальный, хотя бы тебя хорошо должно быть слышно. А если вот это шумы там, ну, блин, я такие, сам видосы такие не очень люблю, поэтому рекомендую использовать. Я использую, короче, в общем, отдельные рекордеры. У меня есть вот такой рекордер Zoom H1. Соответственно, его можно и так использовать. Можно к нему микрофон подключить, соответственно, и, ну, в карман бросаешь. У меня их 2, потому что вот этот был утоплен. Это вообще кайфовый. Zoom Flip H1. Вот на него сейчас звук пишется. Соответственно, он приколен тем, что он компактный, видите. И тут прикручивается микрофон. Фиг его отсюда выкрутишь. И звук качественный. Мне очень нравится. Но единственное, что тоже у меня плавал, тонул. Соответственно, на многих рыбалках звук я запарывал. То есть, ну, то аккумулятор сядет, то еще что-то. Соответственно, звук у меня всегда тоже периодически беда, потому что, ну, сами понимаете. Звук свести, допустим, есть такое приложение, Plura Ice называется, оно отдельно работает, и его можно использовать как для Premiere Pro, это я монтирую в этой программе, либо Final Cut, то есть берешь звуковую дорожку, скидываешь туда, соответственно, все видосы скидываешь, и он сам там все анализирует, соответственно, тебе выстраивает уже готовые файлы с этим звуком, грубо говоря, с петлички, то есть, ну, конечно, есть там телодвижение лишнее, но зато звук качественный получается, потому что все-таки с этих камер, ну, звук отстой. А, допустим, сюда вешать, ну, какой-то микрофон, это тоже шляпа, короче. То есть я обычно, ну, то влагозащита потеряется. Вот, поэтому я использую их чисто отдельно, короче, звук пишу. Так, давайте, раз мы про GoPro сейчас говорим, мы еще поговорим о, допустим, какие аккумуляторы использую. Аккумуляторы использую, в принципе, китайские, вот они все работают, вот эта фирма, вполне адекватный такой бочоночек. 3 штучки. Еще я купил китайскую линзу широкоугольную, да, называется она, короче, будет типа угол шире, но пока что-то я не понял, если честно, вот эту фирму Ланди, короче, вот такая линза, а пока одна рыбалка, ну, как-то мне не очень понравилось, там все скачет, как-то картинка, не знаю, ну, может быть, потому что зима была, ну, надо летом попробовать, так, в принципе, какая-то шляпа, если честно, угол нифига не шире, а какой-то он мыльный получается, что-то мне не очень понравилось, если честно. Так, что еще? А, еще прикольное крепление рекомендую для GoPro, кто будет пользоваться. Это вот такой, видите, зажимчик. То есть его можно куда угодно прикрепить. Соответственно, легкое снимание камеры. Видите, оно на магнитчик. То есть повернул. Вот, то есть на штатив можно прицепить. Можно... Ну, это у меня на грудчик. А если, допустим, камера на камере, ну, на штативе стоит вот эта головка, да, получается, я беру, оп, чик, ставлю. То есть это и все, и снимаю. Удобно. С одной камерой можно, в принципе, все делать.
тоже, по-моему, Уланди, да, Уланди называется, соответственно. Ну, я постараюсь ничего не забыть, все ссылочки на все, ну, не ссылочки, а это название, чтобы это было все, можно было все так же заказать. Так, на что я снимаю с воздуха? С воздуха я снимаю на вот Mavic Air первый самый, был у меня Mavic Pro, но он тяжеловатый, и я с человечком на Авито поменялся. То есть я выставил его на Авито, и мне человечек написал, не хочешь поменяться? Я такой подумал, блин, давайте поменяемся. Короче, вот у меня Mavic Air. В принципе, легкий, компактный. Пока не хочу, пока не утоплю, наверное, не буду менять на что-то более там современное. Вполне устраивает. Дальности, конечно, особо много нету. Там батарейка тоже не очень, конечно. Но, в принципе, там пролететь, пролеточку сделать... Иногда так на самом деле лень, что на пару раз хватает, в общем, одной батарейки. Так, давайте дальше поговорим о креплениях для, допустим, начнем с GoPro. Что я использую? Ну, основное крепление это у меня на грудь, вот такое. Соответственно, а меня, я использую оригинальную. Есть у меня китайские, но оригинальные мне нравятся, то, что они более качественные сами по себе, то есть... На плечах как-то не давит. Ну, в общем, не знаю, блин. Может быть, это все мое мнение, конечно. Но вот оригинальное мне больше всего нравится. Опять же, вот крепление. Вот видите крепление. То есть я беру, допустим, вот оно у меня крепление. Чик. Чик. То есть вот оно мне надо снять камеру. Я беру. Чик. И снял. Дальше что из крепления? Ну, на голову. Ну, на голове, с головы я не люблю снимать, потому что... Голова устает прям очень сильно, когда целый день с ней ходишь, с этой штукой. Тем более, раньше было GoPro 7, а сейчас GoPro 9, оно гораздо тяжелее, соответственно, голова, мне кажется, очень устает. Так, вот такое есть крепление, можно на рюкзак его крепить. Видите? Ну, либо на кепку. Пульпа крутится всяко разно, так, всяк. Вот такое крепление тоже раньше использовал, сейчас, конечно, не использую, просто валяется. Так, что еще? Ну, всевозможные штативчики маленькие есть у меня вот такие, допустим. Ну, это все больше с комплектом всякими шли, там, я особо таким не пользуюсь. Вот такой маленький, ну, там, для чего-нибудь, там, не знаю. Ну, для улицы не надо он. Для улицы вот у меня был, короче, вот такой, точнее, есть китайский. Но он, если честно, не очень удобный, вот эти ножки. Ну, как-то вообще все, как-то он все похабно, хлябно. Ну, для телефона, в принципе, нормально. То есть, камеру, конечно, лучше сюда не ставить, он слишком легкий, да? Но вот телефончик, вот так вот делаешь, чик. Эту штучку сюда прикрутил. Такое крепление получается, вот такое. Штативчик маленький. То есть, в принципе, можно на дерево повесить, на траву. Я обычно вешаю на траву, на всякую. И, соответственно, вот так вот айфончик там крепится. Вот так вот, чик. Ну, в принципе, очень удобно. Особенно я купил сейчас металлический, видите, металлический, то есть один раз зажал, и все, он уже оттуда никуда не денется. А пластмассовые, конечно, похабные, ну, ломаются очень быстро. Ну, самый крутой штатив это вот Gorilla Pod. Были у меня китайские под, как сказать, под, не под, в общем, подделки, короче. А, ну, соответственно, они ломаются. А вот это, короче, Gorilla Pod, он держит, короче, камеру можно вешать куда угодно, вот эту Fuji. Соответственно, ну, прям качественно. Ну, правда, дорогая штука, блин. Ну, я уже одну потерял такую, кстати, летом на рыбалке. Хорошо, что без головки потерял, соответственно, головка у меня осталась. И просто штатив стоит дешевле, чем с головкой. Вот. Также у меня есть такие маленькие штативы. Ну, это тоже так же, просто для экспериментов всяких. Ну, бывает надо, бывает надо. Так в основном не надо. А, допустим, для GoPro, кстати, еще можно такой джоби маленький, смотрите, видите? Он еще магнитный. Соответственно, ты можешь камеру прилепить к дереву, куда угодно. Видите, так, чик, все, 2 секунды занял. Так, а, еще для GoPro интересные крепления. Вот, смотрите. Сюда, короче, ставишь GoPro, и можно с лодочки пускать и красивые кадры снимать. Можно под воду, так вот перевернуть, под водой снимать, допустим, можно так. Ну, опять же, я всегда это ленюсь делать. Так, что еще, что еще? А, ну вот еще умеешь такой штатив. Это фирма Сируя. Он, короче, это уже для больше для фотика. Выставляет любую длину, можно выставить. Видите, он так разгибается. Сам он карбоновый, соответственно, очень легкий. Ну, по сравнению с другими штативами, которые у меня есть, легко открывается. Легкий. Соответственно. И прикольно то, что есть такой вот на пояс вешаю и хожу с ним. Или на рюкзак. Очень удобно. Да, друзья, еще забыл сказать про такую штуку, как ND-фильтры. Вот у меня есть, короче, ND-фильтры, вот такие.
Это я в основном фирму FreeWell использую. Ну, они самые такие адекватные, китайские. Ну, и качество хорошее, допустим. Для GoPro-шки у меня вот такие фильтры. Ну, самое максимальное, по-моему, это нужны фильтра в солнечную погоду в большинстве случаев, когда очень много солнца, соответственно, ND-фильтр одеваешь, картинка очень такая сочная получается. Вот. Ну, не буду вдаваться в все подробности, кому надо, это уточнить все это. Вот. Но я использую, по-моему, до ND64, это самую солнечную погоду, или 128, или 64. Да, 64 у меня ND, и поэтому достаточно. Для фотика у меня вот такой ND-фильтр, но он... получается переменный, то есть он крутится и затемнение, степень затемнения меняется. Но опять же, это все-то с собой таскать и постоянно это все менять. Поэтому я купил камеру с ND-фильтрами. Соответственно, посмотрим в следующем году, в этом, точнее в этом году, что у меня из этого получится. А еще вот для коптера тоже ND-шники, маленькие такие малявочки. Ну, на коптере, кстати, у меня всегда самый маленький одет, самый, так, по-моему, восьмерочка одета, что, потому что, ну, оптимально, в общем, красиво. Ну что, друзья, вроде все, что хотел, рассказал. Может быть, кто-то что-то для себя нового узнает. Ну, как для большинства случаев, конечно, людей особо это ничего не интересно, я думаю, потому что, ну, мало кто снимает, но я смотрю так, что появляется очень много блогеров, в принципе, и толковых ребят. Интересно смотреть. Я не скажу, что я прям очень крутой, у меня подписчиков-то всего около 5000, поэтому есть ребята, у которых больше, но я стараюсь за качественную картинку, то есть я потрачу много времени на это, да, там, потрачу 12 часов, у меня, в принципе, в среднем ролик занимает монтаж 12 часов, полностью все найти, отыскать, музыку туда-сюда, там, 12 часов где-то, то есть один ролик. Я лично за качественный контент. Просто налепить там все в одну строчку, там, ну, не в одну строчку, в одну дорожку, просто с одной камеры. Ну, мне лично такие видосы неинтересны. Поэтому я вырос на роликах Александра Волынкина, которого, блин, вообще просто ролики, блин, эти проголовляй, это просто бомба. Я благодаря ему, в принципе, начал снимать. Жалко, что он сейчас, конечно, ушел в щучьи дела, и, соответственно, видосов мало у него. Но... у меня пока энтузиазм не упал, я буду снимать, соответственно. Если упадет... ну, тогда извините. Но пока у меня все отлично. То есть мотивация есть, и это главное. Главное в нашем деле мотивация. Если мотивации не будет, то, в принципе, не особо интересно это делать. Потому что думаешь, ну, зачем ты это делаешь? То есть денег это тебе не приносит, убытки тебе это приносит. Ну, потому что за прошлый год я потерял там один фотоаппарат, кучу всего. Короче, ну, суммарно очень приличная сумма там у меня получилась убытков одних. Но мне это нравится. Это все не ради денег, а просто хобби. То есть я очень сам даже люблю свои видосы пересматривать. Допустим, недавно пересмотрел с Жерихом. Блин, ну такая рыбалка, конечно, была. Такой Жерих, конечно, такую удочку. Сам не понимаю, как это вообще получилось. Но, тем не менее, все вспомнил. И прям, знаете, ностальгия такая. Поэтому скоро, друзья, уже лето. Будем снимать. Давайте тоже подключайтесь. Интересные каналы. В принципе, если вдруг кто-то задумает, я могу и помочь продвинуть, ну, в плане того, что ссылочку хотя бы сделать. Так что давайте, побольше открывайте каналов всевозможных, снимайте рыбалку больше, чаще. Всем удачи и пока!